С вами канал ProMint. В этом видео я покажу быстрое прохождение карты The Green Inferno. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт. Подписывайтесь, чтобы не пропускать выход новых видео. Прогружаемся на карту и берем сразу задание у женщины. Поднимаемся вверх по лозе. Берем задание у ученого. Подходим к сундучкам, нажимаем Е. И берем задание у старейшины. Сейчас наша задача собирать ваксилиты и собирать прочие предметы, которые разбросаны на карте. Первый предмет. Второй предмет. Третий предмет. Поднимаемся вверх по лозе и отпрыгиваем на противоположную стенку. Пропрыгиваем и забираем четвертый предмет. Собираем пятый предмет. И заодно заберем кристаллик. Сейчас нужно выполнить небольшой паркур. Поднимаемся по лозе. Еще раз поднимаемся по лозе, уворачиваемся от пчелы. Собираем ключ. Их всего будет два на карте. Видим второй ключ, но пока что поднимемся выше. Собрали седьмой предмет и второй последний золотой ключик. Попутно собираем ваксилиты. Собираем восьмой предмет. Спрыгаем вниз на ваксилит. И заходим в пещеру. Пароль 4, 2, 1, 3, 1. Возвращаемся в центр карты. Подходим к сундукам и активируем их. У нас осталось еще два предмета. Девятый лежит на болоте. А до десятого нам нужно добраться на платформах. Все предметы собраны, бежим в центральную площадь к ученому. В
выросло такое дерево, теперь нам нужно забраться на самый верх. Снимаем ученого с ветки. И подходим к нему уже внизу. Разговариваем. Все задания на карте выполнены. Всем спасибо за просмотр. Удачи!